Time. Привет, друзья! С вами Инна Стан и в эфире программа News Time. Прямо сейчас о самых интересных событиях шоу-бизнеса. News Time. Участники Bridge TV Need for Fest Монатик и Надя Дорофеева отмечают круглую цифру. Видео «Глубоко» набрало на YouTube 50 миллионов просмотров. Клип вышел летом 2018 года. News Time. Сойка-пересмешница объявила о помолвке. Избранником актрисы Дженнифер Лоуренс стал директор картинной галереи Кук Марани. News Time. В Москве при поддержке телеканала Bridge TV «Русский хит» состоялся благотворительный концерт, приуроченный ко дню борьбы с детской онкологией. Это надо всегда такие дела делать, хотя бы в год по два раза, чтобы деткам придать стимул к жизни. Родителям надо просто при жизни ставить памятник. Это, наверное, самая главная цель этого проекта – показать, что мы едины, мы одно целое, и мы всегда друг другу помогаем. Доброты очень мало, искренности мало, открытости мало. И артисты способствуют раскрытию вот этих вот качеств. Я иногда не могу сдержать эмоции, когда это происходит здесь. Но что делать? Такова судьба. Но хотя бы хоть как-то музыкой можно, не знаю, поддержать, быть рядом. Концерт прошел в научно-исследовательском институте имени Блохина, который ежегодно принимает более 200 тысяч пациентов. Перед детьми, которым сейчас так нужна поддержка, безвозмездно выступили артисты. А я меняюсь с ними энергетикой. Я им пою 18, мне снова 18. И они такие, даже просто вот это вот «Дай краба» уже стимулирует к положительным эмоциям. Не нужно акцентировать на этом внимание, как бы, а просто открыто и как с любым ребенком общаться и дарить тепло и радость. Если у вас какие-то проблемы в отношениях с деньгами, со здоровьем, с чем угодно, плюньте на них, просто плюньте, идите помогать людям, которые в этом нуждаются. Не нужно акцентировать на этом внимание, нужно давать им импульс и заряд веры в себя, и все будет хорошо. Ну а нам остается надеяться, что в скором времени человечество найдет еще больше способов, чтобы помочь людям с тяжелыми заболеваниями. News Time.